Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Виктория Шаре. Все лучшее за неделю в нашем выпуске, а пока коротко об основных темах. Большие возможности для масштабных преобразований. В городской администрации подвели итоги реализации нацпроектов за 2020 год. Новостройки особой социальной значимости. В Самаре завершили строительство первого корпуса школы на Пятой Просеке. Реставрация дачи купца Головкина начнется в конце года. Об этом рассказали на совещании, посвященном 150-летию мецената и художника Константина Головкина. На этой неделе Самарская область получила крупную партию вакцины от коронавируса. Кому сделают прививки в первую очередь? Больные коронавирусом должны оставаться дома. Насколько ответственно они относятся к временному карантину? Большие возможности для масштабных преобразований. Национальные проекты открывают новые перспективы для развития регионов. В городской администрации подвели итоги их реализации за 2020 год. Благодаря федеральной и областной поддержке удалось многое сделать. Олег Зверев ознакомился с цифрами и фактами. 100 кабинетов в 50 школах города, точки роста, целевая модель цифровой образовательной среды внедряется в учреждениях города. Национальный проект образования открывает большие возможности перед школьниками. Сегодня об итогах реализации говорили на совещании в Самарской мэрии. По большей части национальных проектов город достиг плановых показателей. Все больше школьников получает возможность посещать кружки и секции в рамках дополнительного образования. Для детей дошкольного возраста создаются ясельные группы. На ремонтные работы направлено 74 миллиона рублей, на закупку оборудования 50 миллионов. Дополнительно было создано 2061 ясельное место, 1459 мест в результате проведения ремонтных работ и оснащения ясельных групп, 52 группы в 47 садах, и 602 места путем перепрофилирования уже имеющихся групп. В школах искусств обновляются музыкальные инструменты. Новенькие виолончели, флейты, гитары и фортепиано поступили в 4 муниципальных учебных заведения. Закуплены новые экземпляры учебной и нотной литературы. В школе имени Дмитрия Кабалевского запланирован капитальный ремонт. По выполнению городской составляющей по национальному проекту «Культура» по этой же школе у нас в прошлом году был разработан проект капитального ремонта школы имени Кабалевского. Заявку мы сдаем в Министерстве культуры в этом году с пониманием того, что есть возможность получения денежных средств из федерального бюджета в 2022 году. Поддержку получают и муниципальные учреждения культуры. В этом году они выиграли гранты в общей сложности на рекордную сумму в 22 миллиона рублей. Грантовую помощь российского правительства получили духовой оркестр на проведение фестиваля и театр «Самарская площадь» на постановку спектакля. Департамент культуры и молодежной политики является локомотивом волонтерского движения. В непростой год пандемии они смогли прийти на помощь тысячам пенсионеров. Все больше молодых людей начинают заниматься спортом. Если изначально предполагалось, что этот показатель в 2020 году будет чуть больше 80%, реально оказалось 89%. А вот старшее поколение пока в отстающих. Их занятость физической культурой оценивается на уровне 40%. Эту ситуацию призван выровнять федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках которого в Самаре открываются новые спортобъекты и ремонтируются существующие. Наш самый главный проект прошлого года – это фехтовальный центр, который мы отремонтировали. Соответственно, средства нашего местного бюджета составили 2 429 тысяч рублей по этому году, это было софинансирование. И также были потрачены средства на авторский надзор, стройконтроль. Активно реализуются и другие национальные проекты – экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги. По каждому из них есть соответствующие городские программы. А с этого года начинается еще один масштабный федеральный проект – «Десятилетие детства». Там очень много интересных мероприятий. На сегодняшний момент нам уже направили. Мы должны в муниципалитете также принять, в общем-то, план реализации вот этого большого плана. Там он касается разных направлений деятельности, и медицины, и образования, и органов реформирования, органов опеки. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Новостройки особой социальной значимости. В Самаре завершили строительство первого корпуса школы на Пятой Просеке. Началось возведение второго. На площадке, где идут работы, побывала глава города Елена Лапушкина. По ее словам, такие объекты создаются там, где они востребованы. Также в Октябрьском районе строится современный детский сад на 112 мест. В каком состоянии стройплощадки, сегодня увидел Олег Зверев.
Первый корпус школы на Пятой Просеке полностью готов, а на смежной площадке снова идут строительные работы. Началось возведение второго корпуса. До конца года подрядчик должен полностью завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Оба здания возводятся по национальному проекту образования по просьбе жителей микрорайона. Строительство под особым контролем губернатора. В Самаре подобный комплекс будет первым. Это будет одна из самых современных школ в городе. С учетом уже ввода в эксплуатацию первого корпуса на 600 мест, который находится в непосредственной близости от строящегося объекта. Еще инновационность данного корпуса – это один из немногих школьных корпусов, в котором будет встроенный детский сад на 75 мест. Со своей отдельной прогулочной зоной, с отдельным входом для детишек и для родителей. Сейчас идут строительно-монтажные работы подвального помещения, в частности, устройство фундаментных плит, установка монолитных стен, гидроизоляция. Школа находится на склоне у набережной. Из-за перепадов рельефа местности на территории выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен. Еще один важный для города объект – детский сад по нацпроекту демографии на улице Подшипниковой, 27. В Октябрьском районе самая длинная очередь в дошкольные учреждения. И это здание, рассчитанное на 112 мест, ждут многие молодые семьи. Строительство началось в ноябре прошлого года на месте, где раньше уже был детский сад. Подрядная организация демонтировала старые развалины, провела земляные работы, началось устройство фундамента. Сегодня проекты самарских новостроек и школ, и детских садов реализуются по самым современным технологическим решениям. Основное требование нашего времени – использование новых материалов, использование новых технологий. И, конечно, дизайн школ и внешний, и внутренний, он совсем отличается от того, что было раньше. Школа будет выполнена в той же концепции на Пятой Просеке, что и первый корпус. Чтобы это смотрелось как единый такой учебный кластер. Здесь тоже будет достаточно интересный проект. Детки будут сюда ходить с огромным удовольствием. Согласно проекту, в детском саду на улице Подшипниковой будет ясельная группа, три основных и две планируется оборудовать для детей с ограниченными возможностями здоровья. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Реставрация дачи купца Головкина начнется в конце года. Об этом стало известно на совещании, которое посвятили 150-летию мецената и художника Константина Головкина. Проект реставрации дачи со слонами планируют подготовить уже в этом году. Лариса Шалафаст побывала на юбилее известного купца и готова поделиться впечатлениями. Меценат, краевед, художник, купец Константин Павлович Головкин вошел в историю города как человек прогрессивный. Он увлекался фотографией, катался по Волге на моторной лодке, первым проехал по улицам Самары на собственном автомобиле. Это во времена, когда не каждый самарец видел машину даже на картинке. Его знаменитая дача со слонами – городская достопримечательность, известная всем самарцам. К 150-летию Константина Головкина усадьбу отреставрируют. Длительный процесс передачи здания из муниципальной собственности в федеральную завершился летом прошлого года. Смена собственника позволит получить дополнительное финансирование на реставрацию объекта культурного наследия. Уже прошли торги на подготовку проектной документации. Все это делается за счет средств федерального бюджета. И я рассчитываю, что уже до конца текущего 2021 года реставраторы выйдут на площадку, на этот уникальный объект, который, слава богу, мы спасаем от разрушения. Константин Головкин является основателем коллекции Самарского областного художественного музея. К 150-летию известного самарца в музее пройдет посвященная ему выставка. Предварительное название «Самарский Леонардо, купец, меценат, художник». Время проведения выставки с 25 ноября 2021 года по 15 января 2022. Также музей предлагает создание пешеходной экскурсии по местам в центре города и фестиваль летний, который может пройти на территории музея «Мадонна». Также в этом году в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций в Самаре запланирован и памятник Константину Головкину. Какой должна быть сама скульптурная композиция и где ее установить, предлагается решить по результатам открытого голосования. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Еще больше творческих студий в исторической части города. Градоформирующие объекты реставрируют и размещают в них арт-пространство. Результаты такой работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Мэри Елчан побывала в творческих резиденциях и расскажет подробности.
В этом здании по улице Молодогвардейской, 86, когда-то находилась швейная фабрика. Теперь здесь разместилась творческая резиденция. Здание отремонтировали, оборудовав 8 отдельных помещений, каждое со своим входом с улицы. В одной из студий появилась гончарная мастерская, открыть которую было давней мечтой, рассказывает Елена Маликова. 2 года назад девушка арендовала помещение и с тех пор постепенно обустраивает студию. В основном приходят люди провести время здесь, вечер, какой-то семейный праздник, посидеть, полепить, пообщаться, потому что одно другому не мешает. Мы сейчас будем развивать направление обучения именно гончарному искусству и в ручной лепке тоже будем проводить обучение. Помогает самозанятым начать свое дело одна из консалтинговых компаний. Ее руководитель благоустраивает объекты в исторической части города, сдает помещения в аренду и полностью отвечает финансово за ремонт и обновление зданий. Я думаю, что это нужно и важно для Самары, потому что часть помещений в коммерческий оборот мы ввести не можем. Там невозможно сделать торговые предприятия, там невозможно разместить офисы или какие-то социальные функции. Поэтому в этих объектах, сохранив их какую-то историю, культуру, внеся их в общественное пространство, они делают новую, так сказать, городскую среду. Арендуют помещения чаще всего индивидуальные предприниматели или самозанятые. Те, кто увлечен художественной творческой деятельностью и производством фирменной продукции для гостей и жителей Самары. По словам резидентов творческих студий, это хороший опыт государственно-частного партнерства. 3 творческие мастерские уже посетила глава Самары Елена Лапушкина. Мы занимаемся оформлением вообще мероприятий в нашем городе. Но и вот у нас теперь такая вот красивая лавочка открылась, да, где мы изготавливаем и продаем интересные, необычные посуду и декор. Некоторые здания в черте Самары продолжат использовать для творческих резиденций. Перспективы такой работы обсуждаются. В этом году планируют открыть еще один арт-кластер на улице Куйбышева. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Погода на этой неделе не давала скучать коммунальщикам. Работы по устранению последствий непогоды велись и ночью, и днем. Специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» расчищали улицы и тротуары. Вместе с комиссией за ходом работ следила Гульфия Сафина. Устранять последствия непогоды специалисты коммунальных служб начинают на рассвете. Дорожная бригада муниципального предприятия благоустройства полным ходом ведет борьбу со снежными завалами. Февраль в Самаре начался со снега и дождя, а резкие перепады температуры только прибавили задач коммунальщикам. В дневное время положительная температура воздуха, в ночное идет переход с отрицательной температуры. Это способствует образованию наледи. В настоящее время в городском округе Самары проводится интенсивная обработка проезжей части тротуаров, пешеходных переходов противогололедными реагентами в целях того, чтобы не допустить образования наката и наледи. Привести в порядок улицу Карбышева в границах улиц Мариса Тереза и Гагарина специалисты планируют за день. Этот участок в прошлом году отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь важно не повредить дорожное покрытие, бордюры и ограждения. Поэтому в отдельных локациях приходится работать вручную, с ювелирной точностью. Это такие элементы, как пешеходные переходы, непосредственно уборка снега из-под ограждений, также где техника не может пройти механизированно. Ответственность, соответственно, возложена на нас. На очистку территории направлено 8 единиц спецтехники. Привлечены 5 уборщиков. На полигон уже вывезено более 320 тонн снега. То, что ходить стало легче, заметили горожане. Ребенку 4 месяца, с коляской очень неудобно ходить по заснеженным улицам, не по расчищенным. Сейчас намного лучше. Однако просто расчистить дорогу недостаточно. Из-за перепадов температуры приходится открывать и проливать ливневки. Важно захватить все улицы, на которых расположены ливневые колодцы. Здесь по уклонам мы проливаем сейчас выше, чтобы перехватить воду выше на Марис Торез в дождеприемной решетке, чтобы она не пошла на Карбышево и во внутридворовые территории. Если не производить работы по удалению ледяных пробок в колодцах, то у нас вода застаивается будет на улично-дорожной сети. Лужи будут в городе. По распоряжению главы города Елены Лапушкиной в Самаре усилен контроль за содержанием улично-дорожной сети. Выездные проверки с участием специалистов дорожного хозяйства проходят круглосуточно. Если выявляют нарушения, дают шанс устранить замечания в течение 1-2 дней. В минувшие сутки уборкой городских улиц занимались 375 дорожных рабочих, 528 спецмашин. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.
На этой неделе Самарская область получила крупную партию вакцины от коронавируса – почти 29 тысяч доз. Их распределили в 137 прививочных пунктах региона. Прививать жителей стали сразу же, желающих оказалось много. Кого вакцинируют в первую очередь и как записаться на прививку – в нашем сюжете. Почти 29 тысяч доз вакцины «Гамковитвак» поступило в Самарский регион. Прививку делают в два этапа. Первым компонентом в Самарской области ранее уже привились почти 22 тысячи человек. Из них завершили вакцинацию более 5,5 тысяч. От охвата вакцинации напрямую зависит формирование коллективного иммунитета. Он должен выработаться после того, как в регионе привьется более 60% населения. Главный врач 13-й Самарской поликлиники Анна Кравец еще студенткой помогала медикам бороться со вспышкой дифтерии, которая была в Самарской области в 90-е годы. Спасла тогда всеобщая вакцинация, поэтому в пользе прививки врач не сомневается. В первую очередь мне не хочется болеть, мне хочется защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. И кроме того, в своей вакцинации я вкладываю небольшую копеечку в те 60%, которые нужны и необходимы. Иммунизировать для того, чтобы прекратить и остановить эпидемию. Новую партию вакцины распределили по прививочным пунктам региона. Процедура не занимает много времени. Сначала необходимо заполнить анкету и пройти медосмотр у врача. Если нет противопоказаний, пациенту вводят вакцину. Пенсионерка Раиса Рыжова чувствует себя хорошо, укол даже не почувствовала. Вакцинировалась сама и рекомендует близким. Некоторые уже из моих близких записались. Вакцинацию делают людям старше 18 лет. В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных, государственных контрольных органов, служащих и работников сферы услуг. Так, минуту держим. Держим. Не мочить. Сегодня не мочить. Второй компонент вакцины введут через 21 день. Прививка добровольная и бесплатная. Желающих много. Заявки дистанционно в области подали уже более 9 тысяч человек. Из них более 8,5 тысяч привились. На заседании областного перштаба губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий вакцины необходимо обязательно учитывать тех, кто сам проявляет инициативу и думает о своем здоровье и здоровье окружающих. Там, где люди сами проявляют такую ответственную позицию, они должны видеть, что в первую очередь мы предоставляем такую возможность. Пожалуйста, это крайне важно. В Самарском регионе для жителей организована дистанционная запись на вакцинацию на портале госуслуг. Если в выбранном пункте вакцины пока нет, есть возможность подать заявку на вакцинацию в разделе «Лист ожидания». Светлана Кудрявцева, «События». Режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет действует до 14 февраля. Амбулаторные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией должны оставаться дома до полного выздоровления. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной контролировать таких пациентов должны сотрудники администрации внутри городских районов. Насколько ответственно амбулаторные больные относятся к временному карантину, выяснила Гульфия Сафина. Алло. Павел Петрович, добрый день. Это управляющий микрорайоном вас беспокоит. Как ваше самочувствие, как здоровье, как вы там соблюдаете режим самоизоляции? Они переболели ковидом в легкой форме бессрочной госпитализации и ИВЛ. Поэтому имеют право лечиться амбулаторно, но есть одно условие. Ни в коем случае не выходить из дома. На кону здоровье окружающих. Соблюдение режима самоизоляции амбулаторными пациентами сотрудники администрации города проверяют дважды в день. Нет, а мне не велели никуда выходить, по крайней мере, вот уже до стойки реабилитации. Пока нет, никуда я не выхожу, меня понятно. Все приносят, как бы, родственники. Понятно. Амбулаторных больных в промышленном районе порядка 250 человек. В декабре их было почти в три раза больше. Информацию о новых заболевших из поликлиник направляют во внутригородские районы. Мы получаем из администрации промышленного района, нам ее сообщают в табличном виде, с адресами, с фамилиями. Контролируем соблюдение этого режима самоизоляции. Если у больного нет родственников, которые смогли бы за ним ухаживать и приносить продукты, можно и нужно обращаться к волонтерам. Напомним, в Самаре в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» работают волонтеры. Они помогают заболевшим самарцам и гражданам старше 65 лет доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Эти больные должны находиться дома. Не у всех есть возможность, чтобы приносили там дети и продукты, и лекарства, поэтому управляющие микрорайонами взаимодействие с людьми отлаживают на сей счет и помогают, если кому-то такое нужно. В
случае, если амбулаторный пациент перестанет выходить на связь с проверяющими, контроль усилит. Информацию о нем направят в отдел МВД. Инфицированным, нарушившим карантин, могут назначить штраф до 40 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. Научиться слышать заново при помощи новых технологий виртуальной реальности. Самарские ученые разработали уникальную систему диагностики и реабилитации, аналогов которой нет в мире. Как слабослышащим помогут VR-очки, узнала Лариса Шалафаст. 7, 8. Очки виртуальной реальности Вера Федоровна Дудко использует впервые. С возрастом женщина начала плохо слышать, приобрела слуховой аппарат. Но пользоваться не смогла, было некомфортно. Лечащий врач предложила пройти диагностику с помощью нового комплекса, чтобы подобрать индивидуальные настройки. Ради того, чтобы слышать, пойдешь на всю. Не страшно нисколько. Даже приятно было. Комплекс по реабилитации слуха – уникальная разработка самарских ученых. Аналогов ему нет в мире. Над комплексом специалисты трудились год. Все, что нужно для оценки слуховой реакции человека – VR-очки, специальная компьютерная программа и 8 колонок. Причем расположение каждой просчитано до миллиметра. Человек абстрагируется от текущей реальности, видит себя в неком другом мире, видит новые источники звука, может по ним понимать, что происходит. Мы однозначно можем вычленить понятные, известные для нас звуки социально-бытового подхода. То есть, допустим, если мы находимся в кафе, то это звук ложки, вилки, разговор официанта и там подобный кейс. Новый комплекс не только позволяет точно настроить слуховые аппараты, проводить диагностику тугоухости, но и может помочь в реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Наша задача – добиться, чтобы пациент мог в любых условиях, даже в шумной обстановке, среагировать на нужный сигнал и дать ответную реакцию. Новинка уже на вооружении самарских медиков. После апробации комплекс смогут использовать урологические центры не только в России, но и за рубежом. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. 27 команд из разных городов страны. В Самаре завершился чемпионат Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. Он длился 3 дня, ради чего военнослужащие соревновались в стрельбе, плавании и беге на лыжах, узнали наши корреспонденты. 125 лучших спортсменов из регионов Поволжья, Урала и Сибири традиционно встретились в Самаре на чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. 27 команд представляют войсковые части, соединения, объединения и военные вузы. Их ждут состязания в 3 дисциплинах – стрельба из пистолета Макарова, лыжная гонка и плавание. Соревнования проводятся в целях популяризации военно-прикладных видов спорта среди военнослужащих, а также для определения лучших военнослужащих Центрального военного округа, которые попадут в состав сборной команды, которая будет участвовать в чемпионате вооруженных сил. Первый день традиционно в тире. Во время стрельбы из табельного оружия офицерам необходимо не только показать свою физическую подготовку, но успокоить себя и настроиться, продемонстрировать внимательность и собранность, выдержку и уверенность в себе, меткость и решительность. Лейтенант Никита Желудков приехал из Алтайского края. В офицерском троеборье участвует уже 3-й год. Больше всего любит плавание, но лучших результатов достигает в стрельбе. Мне это нравится. Вот. Я хочу этим заниматься. Как бы спорт – это жизнь. Каждый участник делает от 10 до 30 зачетных выстрелов в зависимости от возрастной категории. Затем ждут плавание и лыжи. Стрельба из пистолета Макарова по упражнениям ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3. Соответственно, по возрастным группам выступают офицеры старше 40 лет, офицеры от 30 до 40 лет и офицеры до 30 лет. 3 возрастные группы. Также они и плывут, и бегут. Упражнения, поскольку это троеборье, 100 метров, 200 метров и 300 метров плывут, и бегут лыжную гонку 5 километров. Старшая возрастная группа, 3-я и 2-я. И первая возрастная группа бегут лыжную гонку 10 километров. Офицерское троеборье относится к военно-прикладным видам спорта. По итогам соревнований участникам присуждают спортивные звания и разряды. Это еще один стимул к победе. Военнослужащий, участвующий в данных соревнованиях и выполнивший первый разряд, кандидат мастера спорта и мастер спорта, впоследствии с присвоением данных спортивных званий и разрядов, претендует на дополнительные выплаты. То есть это дополнительный стимул военнослужащего пополнить материальное свое состояние. Победители чемпионата Центрального военного округа отправятся на учебно-тренировочные сборы и будут готовиться к чемпионату Вооруженных сил России, который пройдет в Костроме уже в марте. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного вам настроения и хороших выходных!